Всем здорово. Всем здорово, всех приветствую. Всем салам алейкум. Продолжаем. Таранир. Так. Идем-ка. Приветствую, друг мой. Ну-ка. Ага, просто не бежали. Ну, плохо. Ну-ка. Мы должны уже все вернуть, да, еще хочу. Тихо. О, опа. Привет. Я с нетерпением ожидала твоего возвращения. У меня вызывает отвращение сама мысль о том, что творил этот Агамир. Надеюсь, теперь, когда все кончено, эти бедные души упокоятся с миром. Я рада, что Таранир решил пожертвовать свои товары церкви. По крайней мере, он пытается искупить свою вину. Опа. Отлично. Эта лопата послужит подтверждением преступления Агамира. Вместе со списком она станет серьезной уликой для городской стражи. В твое отсутствие Таранир зашел ко мне. Мы говорили о его роли в этом деле. Он сказал, что не знал об источнике товаров Агамира. Я верю ему. Он рассказал мне о своем намерении пожертвовать деньги и товары местному храму. Он также согласился покупать и продавать товары по справедливым ценам. И последнее, но не менее важное. Он официально вступил в наше общество. Я тронута его честными намерениями. Взамен общество решило не принимать мер по отношению к нему. С него сняты все подозрения в причастности к этому преступлению. Я думаю, тебе не терпится услышать о твоем вознаграждении. Общество благодарит тебя за содействие. Пожалуйста, прими это золото. Еще раз золото. Благодарю тебя от лица всех нас. 400. У меня хватает мужества признать, что я ошибалась в Таранире. Он достойный член нашего сообщества в торговом районе. С тобой приятный. И что у меня за здание теперь? Эфир же. Имеет дело. А я вообще другое здание выполнял какое-то. Ха. Какой-то фрораб мне нужен был. Грязный карт. Лол, я вообще другое здание начал понять. Ну ладно. Ну ладно, вообще, дьявол тут. Мои дети голодают. Пожалуйста, помоги. Приветствую тебя. Да, приветствую. О, здорово, Агабир. Как все дела? Пожалуйста, проявляй уважение к имперскому. А, хорошо. Говорят, ты знаешь, как нужно двигаться в легких доспехах. А, наверху идем. Ничего. А! Куда ты поселишь? Добро пожаловать. Да, я знаю, кто такой Фелиан. И я даже довольно хорошо знаю. Но, наверное, мне не стоит болтать. Я хочу сказать, мы с тобой почти не знакомы. Поднимаю, поднимаю. Пока. Чаще. Я все понимаю, все понимаю. Мы не знакомы, да. Еще из них забыть. Оп. Да. Понятно. Да. Да, слушаю. Что тебе нравится? Джоук? Хорошая шутка. А, да? Не говори ерунды. Нет, пожалуйста. Как Джок, прости. Да. Что-то не верь. Ты серьезно? Ты... Что? Продолжай. Оп. Как скажешь. Нихера себе. Не сейчас. Не... Что-то не... Весьма неплохо. Понятно. Добро пожаловать. Слушаю.
слово. Прелесть. Как скажешь. Ни сейчас, ни позже, никогда. Что-то не верит. Хорошо. Поверить. Да. Слушаю. Хорошо. У меня нет выбора. Может быть, теперь... Оп. Что-то прелестно. Ни сейчас, ни позже. Добро пожаловать. Хорошо. Так. Не пытайся мной манипулировать. Нет, пожалуйста. Что-то не верится. Победи. Что ты хочешь? Дука. Фелиан? Ох, да, я знаю его. Никчемный человечишка. Он живет здесь со своей подружкой Атрейной. И что эта бедная девочка нашла в нем? Не понимаю. Атрейна платит за комнату, за еду, за все. Она очень богата, наверное. У Фелиана когда-то тоже были деньги. Он был настоящим джентльменом. Но все это было до того, как он пристрастился к... Ну, ты понимаешь. К скуме. Теперь Фелиан редко бывает здесь. Он либо употребляет скуму, либо шляется по городу, в ее поисках, наверное. К ночи он возвращается, проводит время с Атрейной, но всего на несколько часов. Клянусь, этот Альтмер плохо кончит, если будет продолжать так жить. Пока. Ну-ка. Да, миледи? Фелиан. Фелиан? Он? Он мой милый, моя любовь. Но я не понимаю, почему я должна рассказывать тебе об этом. Я хочу сказать, мы почти не знаем друг друга. Удачно. Да, миледи? Давай, быстрее. Свершок, кстати. Весьма неплохо. И одна? Ой, такие комплименты. Да. Не смеш... Что-то не... Извини. Я знаю ее как 5 пальцев, понимаете? Да, читаю вот как открытую книгу. Так. Так. Что-то не верится. Так. Оп. Прелестно. Забавно. Какая ты... Говняна. Да, Миль. Так. О. Джоп. Неплохо. Совсем неплохо. Хоп. Какие... Нет. Что-то не верится. Хорошо. Иди. Да, миле. Да, слушаю. Не, весьма неплохо. Что-то не верит. Хватит треп... С тобой при... Да, миледи. Продолжай. Полегче. Неплохо. Совсем неплохо. Давай. Хватит. Что-то не... Очень хорошо. Диара получилась. М? Да, миледи. Продолжай. Так. Опа. Какой... Да, дошло. Что-то не смеши. Да, по... Ах, мой друг. Не спеши. Рассказывай. Так. Что-то не верится. Замечательно. Хорошая шутка. Не смеш... Не вас... Хорош. Ах, мой друг. Пожалуйста, продолжай. Весьма неплохо. Здесь поворот. О, хватит. Что-то не... Хорошо. Нормально. Прощай. Нету. Вставай, сука. Ах, мой... Не спеши. Рассказывай. Весьма неплохо. Забавно. Что-то не... неплохо. Все отлично. До свидания. Да, все, да, все, все. Я максимум из тебя выкачал, давай. Ах, мой... Пожалуйста, я не хочу показаться слишком эмоциональной, но... Мне кажется, я могу доверять тебе. Я просто не знаю, что мне делать с Фелианом. Все, о чем он думает, что его волнует, это скума. Раньше он был чудесным молодым человеком, но он потерял все,
Достоинство, деньги, самоуважение. Я следила за ним пару раз. Хотела посмотреть, куда он ходит. Он бродит по городу в поисках Скумы, а затем заходит в дом Ларкмира на несколько часов. Это в эльфийских садах. Я думаю, этот дом заброшен. Вот почему он ходит туда. Там он может отрешиться от жизни и отдаться во власть Скумы. Спасибо. Мне нужно было кому-то довериться. Надеюсь, мой милый Фелиан сможет избавиться от этой заразы, иначе проклятая Скума доведет его до смерти. Окей, окей. До свидания. Так, теперь повырубу вас. Так, Фелиан, что у тебя есть? Да ладно. Все, Фелиан, тебя не трогаем, не буду. Ты дальше спи. Так, что там? Дом, да? Как раз я украл, вот. Все, изи. Сейчас будет, я думал, то с каким-то чуваком запирается там. Это наркоманит, это заброшенный дом. Ща, изи. Сложный, да. Говорю, сложный. Оп. Чё-то не чувствуется. Так, чё-то... Ага. Скума. Хера себе, вот это я понимаю. Улов. Скума — это неплохо. Продуть это отсюда. А. Куда же наверх-то? А я сюда в подвал пойду. Арбуз, давай сейчас. Этот наркоманский дом должен быть очищен. Так. Хер один. О, зря. Кружка. Ого. Лорк, нихера себе, чувак. Проспайся. А, спит. Так, ну-ка. Какой-то трупак. А, это он его убил, короче. Я понял, что наркоманец тут. Нихера он же... Нихера он жесткий. Жесткий тип, жесткий. Зарубил его нахер. Оп, тут тоже. Давай-ка. Вот тут такого же прочищать нельзя. Оп. Херенные вещи лежат. Так, чё-то. Половянная кружка. Поспать можно. О, поспать даже. О. Буфет. Сочные пряники. Романтики, Димаров.
И хера мать. Харти. Еще мне нужно каждый день фреля пробовать 10 часов, чтобы там я вас смогу убить. Не успел. Прям мертв, он был убит в доме мира без свидетелей. Теперь нужно вернуться в убежище и получить деньги. Все. Ты просто умер от наркотиков. Здравствуйте. Говори. Наркотики — это зло, понимаете, дети. Не надо. Не стоит. Но этого не стоит. Так. Ныне парни тоже, конечно. Вот так это бывает. Прибивайте наркотики, потом хоп, смотри, вас убивают. Да. Было это легкое здание, ух. Я думал, сложнее будет, вот я когда вот искал этого, блин. Чувака, я думал, что за херня. Так, давай пока. Так. Все привет. Чё я наворвал? Я забыл. Скумы свой. Три скубы. А вот арбузы всякие, картофель. Давай делать. Арбуз. Буханка хлеба. О. Алхимию повысили. Вот так и нужно делать. Не нужно задуматься, что делать, да? Понижение вот насадить вообще. Костная мука. И оп. Опа. О. Мясо крысы. А если... Того, во! Идеально здесь. Так. Вот это вот. Яблоко. Картофель. С крыс. Так. Шляпа. Мяско банана. Не может. Так, с кабана ленивая. Во, окорок. О, еще из восстановления запаса силы. Прочтение скорости нам не надо. Сильно. И перышко, да? О, идеально, идеально. Лазук. О, отлично. Пари. Тут уже не тратится, да? Да. Тыква. О. О. Какой мандрагоры. Оп.
подожди. Ничего. Огненная соль. Оп, урон огнем, давай. Крабовое мясо. Взялся отлично. Коня пульпа, все. Так, листья. Нет. Рок ментара. Шляпка. Так. Опа, ловкость. О, повысили алхимию наконец-то. Так, кольневой стержень. Надел всякого говна всюду. Погнали. О, так. Все, я убил этого бомжа. Наркомана какого-то последнего, зачем это надо? Только неизвестно. Боженьки. Оп. Так. Ну чё? Чейзит ход. Какой-то мне в жопу мира, пока меня не посылали. Поэтому нормально. Все не так уж далеко, не так уж близко. Все, как надо. Все идет по плану. О, ес! Yes. Все жалко уже тратить стрелы. Но, блин, я уже натянул. Даже не потратил стрелу нормально. Тут грязевого краба. Такое, конечно, серебряная стрела на грязевого краба, это очень дорого. Спеши не вытащил. Вообще плакал бы. О, 99. Чуть-чуть осталось, да. А чё, я могу проверять прогресс? Ага. Давай-ка. Так, чё, прогресс можно проверить? Сейчас проверим. Бан, ты что не видишь-то? Почти. Снайпер элит давай. В нее не высокую. Россия, меткий стрелок. Думал высоко. Давай. Он же за... Помогите. Так, что там? Спасибо. Умри, тварь! О, спасибо. Мясо кабана и ренина, они сочетаются хорошо, там восстанавливают здоровье, нехило. Так. О май гуднес, о май дэм, что это такое? Нихера себе, давай ко мне. Чел, ты где? Не садись.
Я еще не действует стрелы, походу. Ох, нихера себе. Че он стоит на месте? Он ждет врага? Он, наверное, разнесет его, я думаю, да? Ну, этот вот, я имею в виду, чел каменный. Как у вас дела? Давай. Ну-ка. Ой-ой-ой, уже нихера. Время тут пришло. Все кончится здесь. Хило моего. А? Сейчас почти сдох. Стоять. Соли пустоты. Так, давай по чиху еще придем. Неплохо. Неплохо, неплохо. Стражник еще могет. Целил кабана, огненного тронаха. Куда угнала Транаха и вот это вот хера. Я не читал уже, как его зовут. Мне это не интересно. Да, показывается, как рыбатику прокачивается, нихера себе. Вот это я не знал. Вот это я реально не знал. Скрытность чуть-чуть. Красноречие, так. Злом. Как говоря. Атлетика, клинки. Рупашный бой туго, все. Нихера себе прокачивается, ну это вообще тупо. Блин, я раньше чуть не замечал этого вообще. Это неплохо. Так. Ну-ка, бомбочка. Я уже прыгал, да, бомбочка. Это не тут был. Что-то полегче про. На бергамота. Ой, я подошел. Там без сознания сейчас будет парень. Я не понял, он держал без сознания. О, нихера. Нихера себе. Не верил в себя, честно слово. Ну ты же бессмертный, поэтому ты, наверное, вставал там, отдавал одну тычку, там падал. Вставал, о. А что ты, тут всего нету? У меня нет на тебя времени. Убивали, обновили стражника. Сука там. Нормально. Это ты? Привет. Это я. Оп. Спрашивай, я слушаю. С тех пор, как появились эти врата, городская стража все время находится. Те, где... Опа. Залазим. Прям в колодец прыгаем. Ну-ка, ачива, давай, давай. Очканили там. Ой, это сейчас ачива. Высокий эльф Фелиан теперь плывет в водовороте тьмы пред ногами нашего отца ужаса Ситиса. И нет свидетелей деяния твоего.
Твоя осмотрительность заслуживает похвалы. Капитан Филида не будет подозревать в этом темное братство и не станет вмешиваться в наши дела. Вот твоя награда и премия. И то, и другое заслужено. А теперь иди и отдохни. И пусть мать ночи бережет твой сон. Хорошо. Что это? Снимая охота. От пуга нерти до 17 луня повреждение здоровья. Уязвимость к яду при ударе. Эл лучше. Оп. Ну ладно, давайте поспим. Так, вам снится человек, безмятежно спящий в кровати. О, когда вдруг комната уходит безмолвно. Изможденная фигура приближается к кровати, фигура склоняется перед ней и вонзает свои клыки в спящего человека. Спустя несколько секунд длинная фигура поднимается по ее подбородку, струится кровь. Кровь постепенно приливается к лицу вампира, его плоть разлаживается, и вы узнаете в этом лице себя, вы с криком просыпаетесь. Как я теперь выгляжу? Oh my goodness. Глаза такие... Морщины, походу, убрались. И что? Что это такое? Ладно, не важно. Так. Ну-ка. Как-то батик. Пенисом, посмотрим пенисом. Снимусь к огню, ха. Пустая действенная инфекция, особая способность. Зрение охотника. Ага. Это же то, что я вампир, да? Так. Ладно. Ну, ага, на этом можно и закончить. Твое присутствие — честь для меня. Чем Ачива может быть полезна? Ачива не может чем быть полезна. Твое присутствие — честь для меня. Чем Ачива может быть полезна?